310 год до нашей эры. Захватив Францию, Египет и Испанию, Цезарь повел воинов Рима на небольшой островок под названием Британия. Невероятно! Кажется, боги мне улыбаются. Я тут подумала, а сможем ли мы им противостоять? Есть тут одна деревушка, которой это отлично удается. Эй, Гаудурикс, у нас в деревне все встают рано. Да, но я из Лютеции, и там в это время все только ложатся, так что дайте поспать. Знакомьтесь, это Желитаракс. Очень приятно, пожмем руки. Обеликс! Отлично, поехали в Британию, там полно небитых римлян. Ты же знаешь, мы скоро вернемся. Добро пожаловать. Блондиниум. Мне говорили, в Британии одни уродки, а это очень ничего. Да, она красивая, ей очень идет черное платье. Кажется, я ей не нравлюсь. Хотите понравиться, мисс Машен? Сделайте ей подарок. Галлы тайно высадились секретным оружием в бочках. Чудесная новость, правда, мои хорошие? О нет, что ты сделал? Я только попробовал. Немножко, капельку. Возьмем наемников, норманов. У них есть отличная черта. Они не знают страха. Вы просто клоуны! Пусти! Напугали! А быть палачом — хорошая работа? Мне правда интересно, потому что так редко выпадает шанс поговорить с палачом, и обычно этот шанс последний.